Музей-заповедник Горки Ленинские – это огромная территория, которая таит в себе исторические события разных лет. Сегодня экскурсия была направлена на изучение парковой части музейного комплекса и началась с южных ворот и траурной аллеи. В 1888 году усадьбу купил Иван Александрович Прокофьев. И одно из его нововведений была посадка еловой аллеи к южным воротам усадьбы Горки. Сейчас эта аллея еловая известна более как траурная аллея. И по этой дороге 23 января 1924 года несли гроб с телом Ленина. Особый интерес у собравшихся вызвали курганы Вятичи. Это самое большое захоронение в Подмосковье. Среди присутствующих даже завязался спор о правдивости некоторых исторических фактов. Возможность во время экскурсии обменяться мнениями и докопаться до истины делает ее более живой и интересной. Это дает возможность глубже изучить и понять истоки нашего российского государства. И тот материал, который преподает заведующий библиотек, экскурсоводы, он очень важный и, на мой взгляд, является составляющей такой частью общероссийской программы духовно-культурно-нравственного просвещения. В этот день было много детей и подростков. Интерес, который проявляет подрастающее поколение к подобным встречам, очень ценен. Кристина Лебедева, житель поселка, в усадьбе бывает часто. Места эти для нее родные еще и потому, что бабушка девочки долгое время работала в музее и приобщала всю семью к истории края. Я каждый день гуляю по этому парку, я живу в Горках Ленинских. И сегодня нам предоставилась возможность побывать на экскурсии у нашего библиотекаря Любовь Вячеславовны. Она очень хорошо приготовила экскурсию, была экскурсия очень интересная. Посетители отметили особую атмосферу, которую смогла создать во время экскурсии Любовь Калашник, заведующая библиотекой Горки Ленинские. После прогулки у каждого сложилось ощущение чего-то близкого и родного. Любовь Вячеславовна считает, что достичь этого можно, только вложив душу. История сейчас как-то забывается, стирается или пытаются это сделать. И вот моя задача – показать ее именно так, как я вижу. Поэтому тема «Мои горки» – это так, как вижу я. Прийти и прогуляться по историческим местам усадьбы Горки может каждый. Для самостоятельного изучения по всей территории комплекса расставлены информационные стенды. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.